26 марта стал довольно насыщенным днем для всех сотрудников Музея истории университета. На его площадке заработала новая выставка, посвященная 170-летию со дня рождения русского ученого, химика Флавиана Флавецкого. Еще в 1901 году Флавиан Флавецкий изобрел карманную лабораторию, которую можно увидеть в Музее истории КФУ. Было изготовлено 150 экземпляров изобретения. Портативный прибор позволяет выполнять качественный анализ многих веществ. Лаборатория была запатентована во многих странах мира. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.